Каждого из нас рано или поздно затягивает рутина, и когда жизнь сводится к двум аспектам – работа и домашний отдых, а когда возникает желание потратить время содержательно, не всегда удается придумать, как все-таки провести уикенд интересно и полезно. Афиша выходных в Твери прямо сейчас. Несмотря на непостоянство погоды, лето продолжается. И Тверь снова удивляет гостей и жителей столицы Верхневолжья увлекательными и полезными выходными. 30 июля в 17:00 в городском саду вы сможете зарядиться отличным настроением под яркие музыкальные мотивы. Ведь в эту субботу пройдет концерт группы «Лу фон Шаломе». Песни этой группы заряжают зрителей на силу, уверенность и, прежде всего, любовь. А любителям искусства стоит посетить Тверской императорский дворец. Там 31 июля в 16:00 пройдет экскурсия, приуроченная к 205-летию со дня рождения великого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. За всю свою насыщенную и долгую творческую жизнь Айвазовский написал более 6000 полотен. Секрет его работоспособности заключается в написании картин не с натуры, а по памяти. В ходе экскурсии вы услышите захватывающий рассказ о жизни и творчестве одного из самых известных живописцев в мире, о его детстве, учебе, славе, о его учениках и соперниках. Но главное, полюбуйтесь дивными морскими пейзажами. А для тех, кто считает, что выходные – это прежде всего время для саморазвития, предлагаем посетить дыхательную гимнастику в городском саду 31 июля с 11 до 12:00. Вы научитесь выравнивать психоэмоциональное состояние через синхронизацию движений и дыхания. Упражнение подходит для людей в любой физической форме, любого возраста и пола. Дыхательная гимнастика – это не спорт, а самовоспитание. Ну а тем, кто устал от городских джунглей, предлагаем прокатиться с ветерком на теплоходе по реке Волга. Живописные виды города, свежий воздух и приятная музыка – все, что нужно для хорошего времяпрепровождения. А после прогулки на теплоходе не выбрасывайте свой билет, ведь с ним вы можете получить скидку 10% на обзорную площадку в бизнес-центр «Тверь», на которой у вас откроется прекрасный вид на весь город. А с 6 августа субботними вечерами с 8:30 на летней террасе ресторана «Панорама», расположенной на крыше бизнес-центра «Тверь», вы сможете перенестись в романтическую атмосферу солнечного Средиземноморья. Здесь будет проходить гастрономический фестиваль «Музыка крыш». Изысканные кулинарные сеты итальянской кухни, которая, кстати, считается самой здоровой и сбалансированной, под живой аккомпанемент лучших итальянских хитов ваш вечер пройдет просто волшебно. Да и выгодная цена за сет приятно порадует ценителей гастрономических изысков. Существует много различных способов, как интересно провести время на выходных. Но для каждого секрет идеального выходного свой. Самое главное – это полностью перезагрузиться и по-настоящему отдохнуть.